Ребята, всем привет! Теплый майский вечер. Давайте, раз так у нас с вами такой маленький квартирничек, может быть, кто сидит далеко, поближе, чтобы мы сидели вместе ближе. Сегодня мы для вас исполним несколько наших любимых песен и несколько наших авторских композиций. Вот, представлю вам своих ребят. Павел Борисов, бас-гитара. Степан Васильев, барабаны. Павел Васильев сегодня с двумя клавишами. Меня зовут Элина, и мы начнем. Элина. Называется «Down on my knees», мы ее исполним в жанре «Lip Looping». Тум-тум, тум-тум, тум-тум.
Про любовь, о том, что нужно говорить о своих чувствах, и некоторым удается это рассказать при помощи молчания. In the manner of speaking. Me the way it hurts, but
the way that we feel not have to be sacrificed. So in a matter of speaking, I just wanna say that just like you, I should find a way to tell you everything by saying nothing. Очень веселая. Я думаю, вы не ожидаете, что мы такое сыграем. Дело в том, что мы вчера участвовали в фестивале Emporium Music Fest, и мы прошли в полуфинал. Нас взяли. Вот теперь в середине июня мы будем участвовать в полуфинале. Но дело в том, что почему я все это рассказываю, не потому, что мы классные были вчера. В общем, дело в том, что там было конкурсное задание. Нужно было спеть песню из русского рока в своем стиле, в своем жанре, в своей аранжировке. И мы взяли песню из русского рока, которую вы точно все знаете. И, в общем, у нас получился такой экспериментище. Сейчас мы его для вас исполним. Искала тебя.
годами долгими искала тебя, ночами темные искала тебя, годами долгими искала тебя, ночами темные искала тебя, годами долгими искала тебя, парами темными журнала кино, среди друзей в день, когда нашла, с ума сошла. Искала тебя, годами долгими искала тебя, ночами темными искала тебя, годами долгими искала тебя, ночами темными. Ночные больше слезы, нервы, любовь и стрелки больше не кино, не мои старые зазнобы. Куришь каждый пять, мы устали оба. Искала тебя годами долгими, искала тебя ночами темными. О том, что она его нашла. Just the two of us. Thank you.
У нас мультиинструменталисты в коллективе. О, следующую песню мы очень любим. Она из репертуара моего любимого музыканта Майкла Фрэнкса. Она о любви, о том, что в любви мы совершаем сумасшедшие поступки. Песня называется «Monkey See, Monkey Do». Обезьяна видит, обезьяна делает. Ту-ту-ду. Ту-ду-ду-ду. Ту-ду-ду. Ту-ду-ду-ду-ду. And
is love, it's always just do-do-do. Love is monkey see and monkey do. That's all it is. Do-do-do. Love is monkey see and monkey do. What a lot of do-do-do. Love is monkey see and monkey do. Do-do-do-do. Большое, что вы в этот теплый майский день не отдыхаете в другом городе, как это делаем мы, и не где-нибудь на даче, а проводите этот вечер с нами. Спасибо большое, давайте поаплодируем сами себе. Мы делаем маленький 10-минутный такой перерывчик, и сразу же к вам вернемся и споем еще больше. Спасибо. Every cloud.
просыпаюсь с ней, правда, каждое утро, очень люблю эту песню. А следующая песня называется «With My Friend», это моя первая авторская песня. Я ее написала, когда переехала в Москву в середине февраля, мне было очень грустно. До этого я жила с подругой пару месяцев, и вот эта песня — это посвящение ей, как я скучала по ней, как нам было весело. «With My Friend». Bye.
том, что не нужно печалиться, нужно веселиться. Ta-touch, 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 do-ra, ta-touch, 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 do-ra, ta-touch, 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 do-ra, ta-touch, ta-touch, do. Ta-touch, 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 do-ra, ta-touch, 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 do-ra, ta-touch, 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 do-ra, ta-touch, ta-touch, do-ri-ra, do-ra, ta-touch. Places. I see the magazine working that far away.
in all the right jobs and all the right places. My mama mouth is working that body shop, that shop, and we'll make it stop. We got you in ways, you might be a perfect baby. Она называется, эта композиция, A Long Walk, из репертуара прекрасной певицы Neo Soul Jill Scott. Недавно я познакомилась с певицей, и мы очень долго смеялись над нашими творческими псевдонимами, потому что я Элина Р, а она Алина М. Это просто первые буквы наших фамилий. Да. Это она, Алина М, приветствую. Всем привет. Сейчас мы споем акапелла кавер на Джилл Скотт. Yes. Maybe we could take a long walk. 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 You're here. And please, I really dig your company. Your style, your smile, your this mentality. Lord, mercy on me, I was blind, now I can see what a game's supposed to be. Baby, I feel free, come on, go with me. Let's take a long walk around the park after dark. Find a spot for us to spark conversation, verbal elation, stimulation, share our situation, temptation, education, relaxation, elevation. Maybe we can talk about Revelation 3:17. Your background isn't squeaky clean shit. Sometimes we all got to swim upstream. You ain't no sing, we all the sinners. But you put your good foot down and make yourself a winner. I respect it. Then you sold that, and you all that, lost the frame. When you're unborn, then I'm numb your feeling. I can feel everything that you bring. Let's take a long walk around the park after dark. Find a spot for us to spark conversation, verbal elation, simulation. Share our situation, temptation, education, relaxation, elevation. Maybe, baby. Maybe, baby, maybe, baby, maybe, baby. Maybe we can see a movie, or maybe we can see a play, a Saturday. Maybe we can tell the place, I feel the breeze, and listen to a symphony. Maybe we can challenge us to be. Maybe, maybe we can tell the place, and listen to the words. Maybe it's about the food, maybe crying to the blues. Oh, baby, eh, eh, eh. Let's take a long walk around the park. After dark, find a spot for us to spark conversation, verbal elation, simulation, shape our situation, temptation, relaxation, elevation. Maybe we can talk about Revelation 3:17. Maybe we could take a long walk. Take a long walk. Maybe we could take a long walk. Maybe we'll take a long walk. Maybe we'll take a long walk. Maybe, 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 maybe. Take a long walk. Take a long walk. Maybe, 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 maybe we can take a long walk. Take a long walk. Maybe we can take a long walk. Спасибо. Спасибо. А следующая композиция интересная. Паша, идем с нами. У нас концерт. Да, классно все. Павел Васильев, клавиши. Сейчас мы сыграем песню. Это моя песня. Она уникальная в нашем репертуаре. Она на русском языке. Вот, я переехала в Москву и вдохновилась богатством русской музыки, красивой.
Вот, и мне пришла эта песня буквально в 5 минут. И она, наверное, про все города, в которых я жила, в которых я была счастлива. Называется она «Город». Наш эксперимент. Это стиль трип-хоп. Песня о том, что женщина молит мужчину. Говорит, дай мне причину полюбить себя. Пожалуйста. Я так хочу быть женщиной, я так хочу быть слабой. Но причин тебя любить, ну просто нет. Но ты дай, и я приму. Glory Box. Ooh.
Знаете, но вы ее выучите очень быстро. Там классные слова. Ла-ла-лей, ла-ла-лей. Класс, повторим. Ла-ла-лей, ла-ла-лей. Класс, вы знаете песню? Она на французском. Кто-нибудь знает французский? Ну, вот все вот так знают. Класс. Потому что я сейчас буду всякие говорить слова непроизносимые. Но мы выучили ла-ла-лей. Это дает нам право говорить, что мы знаем французский. Песня называется «Нот Бланш». Подпевайте с нами, пожалуйста, ла-ла-лей. Тинг-тинг-тинг-тинг. Ding 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 ding
toda la esa nena siempre ganó. Et ça, si tout à côté de moi, ma peau commence à brûler. Et j'ai caché le mèche rouge. Павел Борисов, бас-гитара. Степан Васильев, барабаны. Павел Васильев, бекон, лавиши. С вами была я, меня зовут Ирина. Спасибо большое, что были с нами. До новых встреч. Только
только повторить какую-нибудь песню. Какую? Какую? Последнюю. Последнюю? Город. Город? Город. Ну, город повторим, да. Город. Эту песню я написала сама на русском языке. Песня «Город». Павел Васильев. Причем родственников нет в нашем коллективе. Спасибо, до новых встреч.